Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор кружева Яблочко Белое. Кружево Яблочко Белое – отличный универсальный материал для декорирования изделий ручной работы. Материал основы – капрон, на который нанесен рисунок стилизованного яблочка техникой машинной вышивки. Кружевная лента имеет двусторонний рисунок с фестоном. Свойства таковы. Не боится влажно-тепловой обработки, не растягивается, не выгорает и не теряет цвет. Кружево яблочко используется в швейных мастерских для украшения воротничков, манжетов, отделки горловины и краев одежды. Модельеры используют кружевную ленту как элемент декора аксессуаров, сумочек, клатчек, косметичек, поясов. Маловары и производители авторской косметики применяют кружево для оформления упаковки своих изделий. Стилисты пользуются кружевом для создания неповторимых уникальных причесок, приуроченных к знаковым событиям. Мастера по изготовлению сувенирной продукции используют кружевную ленту для декора упаковки. Вот так выглядит данное кружево. Вот такое оно тоненькое, техники яблочко сделанное. С другой стороны также. Намотанное на специальную картонку, благодаря этому ваше кружево не сможет само выпасть. Будет удобно его хранить. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!